Более детально эту тему мы обсудим с экспертами в программе «Тема дня» 25 февраля. Следите за нашим эфиром. Возрастное ограничение 16+. Футбольный клуб «Тверь» продолжает подготовку к возобновлению сезона футбольной национальной лиги 2. В настоящее время подопечные Евгения Калешина находятся на сборах в Турции, где уже провели ряд товарищеских матчей. Накануне соперником тверского коллектива стал футбольный клуб «Сочи», один из лидеров российской премьер-лиги. Впрочем, высокий статус соперника тверичан совсем не испугал. С южанами Тверь расправилась, можно сказать, играючи, забив ворота соперника 5 минут. Мячей пропустив всего однажды. При этом нельзя сказать, что Сочи выставил на игру с тверским клубом резервный состав. Примерно в таком же сочетании сочинцы в декабре громили московский «Спартак». Следующим соперником Твери на турецких сборах станет «Андижан». С узбекской командой тверичане сыграют 22 февраля.